101-й день рождения сегодня отмечает ветеран из Рыбницы Филипп Оловягин. Героя Великой Отечественной войны поздравил президент Красносельский. Ваша жизнь – это свидетельство стойкости духа и преданности Родине. Сейчас мы вновь с особой гордостью вспоминаем ваш боевой путь. Уверен, вы – это живая история, и мы всегда будем помнить о вашем вкладе в победу 1945 года и наше настоящее. Ваше мужество вдохновляет поколение и является примером для всех нас. Чествовали ветерана в Рыбницком УВД, там Филипп Оловягин много лет служил, а потом вышел на пенсию. История ветерана далее. Век майора Оловягина. Ветерану из Рыбницы исполнился 101 год. Его день рождения почти совпал с Днем милиции. Филипп Сафронович больше 30 лет работал в МВД. Всяко было. Мы же двое с начальником задержали такого ярого преступника. Ломал сейфы в кабинетах. А я дежурил. А звонит, товарищ дежурный, какой-то ломает сейф. Я говорю, ты смотри, не подходи близко, чтобы не врезало тебе там ломаньком. А у меня как раз была в это время служебная собака. Дождик льет, меня встретил дежурный по организации возле ворот. Кажет, вот сейчас выпрыгнул в окно. И убежал все. Дал команду, он схватил след. На войну Филипп Оловягин отправился 18 лет. Это был май 1942-го. Попал на Калининский фронт. Во время наступления под Великими Луками был тяжело ранен. Я подполз, а со второго укрепления меня вот сюда метил, чтобы я остался там гильзы сбирать. Недолго думаю, в амбразуру туда гранату. Бим! Слышу, ничего не слыхать больше. А я взял да встал. Гад пузатый мне по обоим ногам как шарпнул. Так, левую совсем перебил кость. После госпиталя Филипп Оловягин освобождал Польшу. Потом в составе НКВД его перебросили в Одесскую область. Там он и встретил победу. После войны снова служил в милиции. Говорит, главный секрет долголетия – не нервничать и заниматься спортом. Спокойствие. Чтоб сердце было в спокое. Утречком встаю, вперед, готовлю завтрак. Потом иду на зарядку. Ветерана поздравили. Он пообещал прожить еще много лет. Вы обещали еще сколько нам прожить? Да. Еще лет 20. Да. 50. 50. Договорились. Поздравляем. Несмотря на то, что ветерану Филиппу Оловягину больше века, он ведет активный образ жизни. Встречается со школьниками, рассказывает фронтовые истории.